Закончились плановые работы по замене лифтов в первом и четвертом микрорайонах. Начата процедура приема сдачи. Также ведутся работы по замене лифтов во втором микрорайоне. Временное ограничение в пользовании лифтом в связи с их заменой прошу жителям воспринять адекватно. Спад заболеваемости ОРВИ медики не отмечают. За прошедшую неделю этот диагноз выставлялся 421 раз. Зафиксировано 2 случая пневмонии. 6 человек отправились на больничный с диагнозом грипп. Спортивная жизнь после завершения карантина вошла в свое обычное русло. 2 марта стартует лыжный марафон 100 километров за 24 часа. Также на эти выходные запланированы финальные игры Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. 5 марта в 18:00 на базе Центра культуры и молодежной политики состоится мюзикл «Золушка» в рамках празднования Международного женского дня. Справки по телефону 324-55. Уровень зафиксированной безработицы в городе составляет 0,57%. В Центр занятости города Десногорска обратилось 7 граждан с содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроено 4 человека. В обычном режиме продолжают работать службы ГИБДД, спасатели и пожарная инспекция. Муниципальная система оповещения во время проверки сработала в штатном режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.